Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня будет новое видео с организацией карт в моем биндере. На данной страничке мне не хватает двух карт, и сегодня здесь у меня будет пополнение одной карты. Кстати, вот столько карт у меня сегодня. Итак, здесь будет карта Double Side Minho из Noisy. И эта карта занимает почетное место в центре этой странички. Для завершения этой странички мне хватает всего одной карты, но когда-нибудь она придет ко мне. Далее, на следующей страничке мне не хватает тоже две карты, и я пополню ее картой Срирачи из In Life. Далее это карты из альбома Маврик The Boyge. ID-карта Чанхи, карта Санёна, карта еще одна Чанхи и юнитная карта Ханён Санён. Так, размещу, наверное, юнитную сюда, вот так, и ID-карту сюда. И последнее это приглашение от Ханёна, и его я размещу вот здесь, в кармашке на 4. И на самом деле очень классно, когда страничка заполняется, ты вкладываешь в нее последнюю карту и такой: все прекрасно, идеально. Но прямо сейчас мне придется переорганизовать эту страницу и разделить ее на две. Что мне нужно сделать? Мне нужно убрать эту карту отсюда. Чана тоже мы убираем. В общем-то, дам вам спойлер, хочу собрать все альбомные карты Noisy, Чанбина, Минхо и Джисона. Здесь у меня дабл, здесь у меня будет концепт в ханбоках. И здесь у меня, наверное, будет концепт в... Не знаю, подумаю потом. Так, сюда новый листочек. Чанбин. Чанин. Можно было бы продать или обменять Чана и Чанина, но я решила оставить их, так как это мои самые первые карты. Ах, не очень красиво, до этого было лучше, но что ж поделать. Продолжаем. Сегодня у меня вот такая вот стопочка, небольшая карта из Noisy. Поскольку я решила полностью собрать карты Джисона, Чанбина и Минхо, то я стремлюсь к этому, и на самом деле вот таким образом я собрала почти все, кроме Минхо. И это самое сложное. Не потому, что Минхо дорогой во всех смыслах, а потому, что его просто даже трудно найти. Не знаю, я не успеваю его купить, либо я вообще, в принципе, не вижу карты, которые мне нужны в продаже. На этой страничке у меня что? У меня в ханблоках. А где? А вот. На данный момент у меня куплена только одна необходимая карта Минхо, мне нужно их три. Надеюсь, когда-нибудь я их обязательно куплю. Оп, здесь мне не хватает всего одной карты Минхо. Минхо, найдись, пожалуйста, ты мне очень нужен.
Так, на этой страничке сверху красные карты, а здесь домино. Не знаю, я называю это домино. Джусона решила оставить в глиттерном протекторе, в котором мне прислали, потому что, в принципе, симпатичненько. Джусон в красном костюмчике у меня тоже куплен, просто он пока что лежит в одном шопе. Ждет, когда же я его заберу. Вот, поэтому здесь Джусон и две карты Минхо. Перепутала местами Джусона и Чанбина. Да, слишком была увлечена радостью. На повестке дня у меня карты ATEEZ, три штуки. Это у меня предзаказанная карта Минги от MakeStar. К сожалению, мне в подборе удалось выбить только Минги, но ладно, в целом карта хорошая, мне нравится. И далее это альбомные карты, альбомная карта Чунхо, карта Йосана. Чунхо. Странно, конечно, что в альбомах уйти с карты без скругленных углов, а предзаказные карты скругленные. Окей. Оп. Забыла, что мне нужно было сфотографировать их для того, чтобы написать отзыв. Ну да ладно. Потом. Так, сюда? Нет. Сюда будет слишком жирно. Давайте вот сюда. Сюда я хочу вставить открытки из Zero Fever Pad 3. Они у меня до этого висели на стене, но поскольку теперь я заменю их открытками из Zero Fever Epilogue, то эти я положу в биндер, поскольку моими недобиасами в ATEEZ являются Юнхо и Юсан. Вот, значит, их я положу так. Я говорю недобиасами, потому что на самом деле я не думаю, что в других группах, кроме Stray Kids, у меня получится заиметь каких-то биасов. Да, мне кто-то нравится чуть больше, чем остальные, но в целом не думаю, что есть какое-то прям разделение на биасов. Я запуталась. Окей. Здесь. Так. Оп. Прекрасно, хорошо, красиво, мне нравится. Положу стикеры, потому что я пока не знаю, как их использовать, поэтому пускай они пока лежат здесь. Я забыла снять концовку видеоролика. В общем, если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!